Давайте, короче, начинаем. Сегодня у нас новая своя игра, новые вопросы. Правила у нас те же. Да, привет, YouTube. Привет всем. Здравствуйте. С нами сегодня играет Константин, Артур, Василий и Дмитрий, а.к.а. Петя. Те же люди вообще, то есть, мог так же сказать. Тот же состав. Ну да, да, все те же знатоки. Так, по правилам. С новыми знаниями, Саню. Напомню, вот в тот раз был такой момент, что Вася нажимал на кнопку, когда был текстовый вопрос сначала, а потом картинка. И он нажимал кнопку, когда был текст. То есть я еще засчитывал тогда тот вопрос. Сегодня такого не будет, Вась, халявы не будет. То есть у меня еще хуже будет, да, значит? Тебе вообще будет очень плохо. Ну ладно. Так, ну что, я думаю, все готовы? Я тоже готов. И начинаем. Да. Поехали. Поехали. Список тем сейчас пробежит. Я не буду вам его зачитывать. Сегодняшняя тема. Поехали. Плавк, нихуя. Аниме. Кстати, тем будет сегодня больше, чем в прошлый раз. На три темы аж. Тимберленд, блядь, это что за тема? Судя по теме, я буду давайте посмотреть. Первый раунд. Первый раунд у нас темы, значит, сейчас будут. Тимберленд, Вася. Тимберленд. Нет. Мемы из прошлого. Интерьеры. Бабджи. Супергерои. Русские песни. И какой форсаж? Ой, блядь, никакой не смотрел. Кроме первых двух. А, вот этот момент. Может, не повезет. Так, игру начнет у нас, пускай это будет Вася. Давай, Василий, поехали. Я не удивлен. Ебать. Честь выпала. Русские песни за 100. Скорее нажмет. Вот. Нажалось. Ты хочешь остаться. Да, верно, все. Ничего не... Это... Все, Артур... Заработал свои 100 рублей. Вообще нет. Это не подстроено, да, если отлично. Что, пацаны, вообще ни капли. Дальше убирай, что хочешь. Я убираю? Ну давай русские ну, песни. Ну теперь уже да. Теперь же русские песни. Я не знаю таких песен. О, ну, это Атом... Это Антоха? Ну а песню можешь назвать? Слишком быстро нажал кость, если честно. Я бы тоже угадал, но я не понял по вот этим трем нотам. Не ток. Время ток? Нет. Нет. Не, ну. Нет. Давай с названием. Вась. Наверное, Токио? Да. Как ты угадал? Я послушал, что он говорит. Костя что-то похожее сказал. Ну, он сказал «Время ток», это другая песня. Там мотив другой, «Время ток», конечно. Так. По песням, пацаны, давайте. Нас не учили, карманы деньги не совали. Господи, что это? Артур. Я точно в жизни так бывает. Подожди. Да, наверное, это, да. У меня не так она называется, но это вроде из этой же песни. Так что, за что? Да, это она. Ой, ничего себе. Выбираешь ты, Артур. Русские песни. Саня присел, чтобы растянуть икру. Я по... Вася. Это, по-моему, это хлеб однозначно. Так, сейчас. Зайди в Дискорд. Что-то шашлыки, что ли? Нет, не шашлыки. Артур. Саня, давай. А, блин. Ну да, это... Не знаю. Да, она, да. Эба, блядь, точно. Ну я, если честно, я не угадал, наверное, мне не надо было. Да, там то же самое, считай. Музыка орёт, макароним до упаду, пиво нас на кухне ждёт, голову оно даёт, девчонки у нас просто отпад, и этому я сегодня очень рад. Затусуйся, поднеси, прыгай, зашагай, не сиди на месте, веселей давай. Затусуйся, поднеси, прыгай, зашагай, не сиди на месте, веселей давай. Че, пацаны, вы все шазамите, да, сидите? Это... Ну жми. Я почему-то уверен, что даже шазам... Вась, что? Чеколобок? Чеколобок? Нет. Блядь. Пиздец, какая-то хуйня. Ты все вроде. Чего?
где ты это нашел? Да блин, я эту песню знал уже лет 10, наверное. Артур выбирает еще. Ну, как-то заработать из того, что я знаю. Давай мемы за 500. За 500 аж сразу. Я не знаю, что это. Блин. Что это? Я не видел такого вообще. Это видос какой-то. Да, это видос. Я его не смотрел, я просто слышал, что... Это мемы, не знаю, лет по 10 или больше вообще. Артур, ты выбираешь. Макс Голополосов. А в чем мем? Вот я... Ну, это такой вот... Так, Вась. Галилео. А в чем прикол здесь был? Ну да, как бы... Да, да, почему это из этого мем пошел? Какой мем? Я не помню. Я думал, это само шоу прикол. Нет. Я думал, назвать шоу надо, да? Нет, нет, нет. Категория мема из прошлого, назовите шоу, блядь. У него вот, что это перед ним? Это опыт со свечкой, знаменитый опыт. Это не похоже. А еще там было... Она вращалась. Мне было похоже на свечку. Я походу, давайте, пацаны. Попроще, попроще. Блин, я не помню. Это... Я Никита Литвинков, вот этого, да? А про что он говорил, напомнишь? А про капусту, ну не квашеную там. Ну я зачитаю на проборщик, ну ладно, это нормально. Красное. Ну, пацаны, походу, мы слишком постарели. Память хорошая, Дима. Да. Я эксперт в области всякого говна, поэтому давайте какой форсаж. Ой, ё-моё. Удачи. Ёб твою мать. Ой, я, вот не, я вот сразу не смотрел, потому что там скала. Так. Шестой. Там есть это? Да, это верно. Хорош. Ебать, сейчас он, короче, заберет это. Форсаж или весь его? Отпускай, отпускайте мышку. Все на форсаже. Он все это смотрел. Дима, ты убираешь. За 400 форсаж? Блять. Димон? Это форсаж какой-то там, Люк Шоу и Хоббс, там отдельная у них часть. Да, верно. Пиздец. Окей, знаток дальше. Подъехал, пацаны. Я жду, пока первые две части появятся. О, это я знаю. Артур нажал первый. Это третий. Да, хорош. Я первые три смотрел, значит. Диман, ну как там? Диман, у тебя увели. Давай, Диман, жми. Артур жмет сейчас. Давай, вдруг первые две будут. Кто? У меня фотки нет. Диман, да, да, это первый, да. У меня фотки не было. Не прогрузилось, значит. Тут я, сори. И сейчас нет, а сейчас появилось. Ну это как там, суперфорсаж? Да, да, верно. Блять, даже это знаешь, что? Диман, гений. На первом у меня фотки не было, это я буду жаловаться. Давайте супергерой за 300. Диман? Да. Да. Размял свои извилины, походу, реально. Да, попробую, 400. У меня фотки нет, я могу скрин сделать. Это Стражи Галактики. Да, Артур, я не знаю, почему у тебя нету... Ну, типа, такое, да. И сейчас нет тоже. Это Хэнкок. Блин, я нажал. У меня словами Хэнкок был написан. Это ответ был. А, ничего себе. А, призрачный гонщик. Да. Ой. Я все это говно знаю. О, лысый. Это профессор X. А как его звали, помнишь, кстати? Мистерио. Профессор Ксавье. Ну, да. Да, да, все правильно. Мистерио. Я помню, как мы шутили. Над Костей? Ксавье, да. Ну, это жестко было. Интерьер за 300. Я из-за этого запомнил. А что надо ответить? Ну, что за интерьер? К чему он относится, Вася? Папины дочки. Да, Вася. Да, наконец-то. Ничего себе. Нет. Монетки пошли. Давай, 200 рубас. Ой, это я знаю, надо нажать. Вася это нажал первый. Воронины. Да. Какие сериалы Вася знает? За 400. Артур первый. Няня, сейчас, блин, ну как няня? Моя прекрасная няня. Да, да, все так. А ты картинку увидел? А как так-то, Артур? Что случилось? Артур, ты че? Глаза прозрели? Что случилось? Открыл глаз или что? Так они у меня и до этого грузились. Они не перестали грузиться, я скинул скрин. Да, там реально у него ошибка какая-то была. Артур, ты выбираешь. Обже никто не выбирает. Мемы за 300. Вы за него только играете. Это я не знаю. Кто это? Вы не знаете его? Нет.
Короче, у него спрашивали про цвета флага, и он говорил, что, ну, вот, что написано над текстом было. Ну, а эту знаете хотя бы женщину? Кто она? Морская пехота. Да? Все? Так. Смотрите, у него уже 3000. Он что-то очень хорош сегодня. Давайте запятим. А, Артур первый, да. Друзья. Максимально просто, Артур. Имсон. Да. Все, категория, которую никто не хочет играть, но ее придется играть. Я даже не буду. Почему не Counter-Strike? Все в нее играют. Ну, сори, я не... Что мы играем в PUBG. Да. Ну вы, ну в ней все. Ну а только я один. Ты должен знать базовые. Я не играю. Артур все равно выбирает тему, там никуда не денется. Ну давай, ладно, я потом не я выбираю. Самая скорострельная штурмовая винтовка в игре. Давайте, ребят. М24. Это вообще снайперская винтовка, но нет. Константин. АУК? АУК? Нет. Ну ты знаешь, какой правильный ответ, я уверен. АМОС? Тоже. Тоже нет. Короче, вы все пацаны мимо. Артур вообще, наверное, не будет отвечать. Я вообще без понятия. А ВПш не будет говорить. Кстати, у меня был что-то в голове МК там. Да, Артур снова. Так, карта. Что за карта, пацаны? Там школа есть? Нет, значит, не знаю. Вася. Эрангель. Нет. Кто? Ну, какой ты? Что это? Костя. Это Санок? Да, это Санок на ремастере. На котором мы никогда не играли. Костя убирает. Я даже карты не знаю, блядь. Карта плюс название локации. Простое место. Вот тут не жалко, что у меня картинки нет, в принципе. Ебать. Костя. Мирамар. Этими картинками идут. Помнишь, где это? Сейчас. Ну это Пикада? Да. Вышел в ноль, пацан. Компонент обработки. 200. Какой? Копия какой машины? Вот эта вот, по сути. Вот. Что это за машина? Ну, из этой штуки, где красная штучка торчит, светит. Нет, нет. Вообще не Долориан. Я рискну. Это может Датсун? Там как-то что-то, по-моему, написано. Нет. Ну, на ней написано, я стер. На ней было написано на решетке. Hyundai. Я бы зачел просто Hyundai, если кто-нибудь сказал. И за 100 у нас последняя карта плюс название локации. Очень простое место. Картинки нет. Костя. Рангель починки. Да, все так. Вот мы отыграли первый раунд. Отлично. Как настроение? Учитывая... Хорошее. Примерно такое же, как у ведущего. Раз, два, три, четыре, пять. Пять картинок мне не показало. Эти категории, которые нас ждут сейчас, это аниме, иностранный сериал. Я первый нажму. Иностранные агенты, я думал. На следующий раз иностранные агенты, давай. Нет. Так, Вася выбирает, кстати. Что не Петя. Порода животных за 200. Блин, ну тут, конечно, картинки жалко. Кокер-спаниель. А хотя я бы... Хорош, Вась. Тут пригодилось, Настя. Но... Это абсолютно неправильно. Бигль. Так, тут никто вообще не хочет отвечать больше, но это был бигль. Я сказал бигль. Но ты уже не можешь нажимать. Все уже, Вась. Жаль. Но с учетом такой, какой у меня минус, мог бы и сам... Ну, если бы шел бы еще твой ответ, я бы зачел. Костя. Блин, а нет, Вася. Да, вот тут правильно. Опс. Есть, деньги пошли. За 600. Что, попугай надо сказать? Попугай. Порода какая. Это же я не спрашиваю, что за животное. Это попугай, ребят. Нет, Артур. Попугай. Нет. Нет. Радуга и попугай. Нет, Вася. Жако. Нет. Это имя. Кто? Это имя? Это не просто. Я не просто... Как ты сказал, Диман? Диман, повтори, пожалуйста. Пара. Да, все правильно. Пара.
О, Артур, ты должен знать. Ара. К сожалению, не знаю. С кем был Тимбл, он за 1000. Вась. Это... А, нет, Диман, Диман. Нет, там нету Нелли Фуртадо. Вася. Как там Шазам твой? Голос вообще не знакомый. Никак, у меня не работает, у меня в наушниках сижу. Может, Бейонсе? Я не знаю. Нет. Вообще не знакомый голос. Это же даже не Black Eyed Peas, он там одно поет. Там вообще их четверо пел в этой песне, я бы зачел любого, если бы назвали. Но никого не назвали. Какой-то же я знаю, это же я... Диман, выбираешь. А, да? Да, да, ты так, выбираешь. Давай, давай, по Тимберленду. Тебе надо было зайти и поиграть. О, Кэти Перри. Да, это правильно. Погнали. Диман сегодня в ударе, бля. У меня Твинс 2900. Игры на ПК за 1000? Да сколько там? Ну, капец, Сириус Сэм. Да. А какая часть? Да это тут не важно, там это не с игры скриншот. Подожди, стоп, Дима же не сказал ничего. Там не важно. Пугай Артура, посчитай, пожалуйста. Я не сказал. Я там сказал, там значок. Меня не услышали, я просто говорил Сириус Сэм. А я не слышал, что Дима сказал, нет. Я слышал, что он сказал. Я тоже слышал. Да, я зачитал. Я увидел, Артур сказал, этот нажал, я не понял. Диман, ты выбираешь дальше. Я уже читал. Так кто нажал? Да, Диман. Аниме за 1000. Артур. Это единственное, что я знаю, Наруто, Наруто. Наруто? А почему на О? Вроде я думал Наруто. Да я откуда знаю, я его не смотрю. На украинский манер. За 800 аниме. Артур. Да. Артур, ну чисто для тебя. А вот сейчас Артур обгонит. За 600. За 600 аниме. Артур. О. Ну-ка, Артур. Этот, как его, унесенный призрак. Да. О, я угадал. Ничего себе. Аниме нормальная тема, да? За 400. Артур. Этот, Аватар. Как у тебя картинки стали грузиться вообще? Я в интернет надо подкрестить. Артур. Джеки Чан. Да, да. Ребят, постойте секундочку. Я хочу напомнить, что Артур тогда, когда попал аниме Наруто, 1000, да? Да. Сказал, ну я только это знаю. Он подобрал все, что смотрел. Да, он просто все подряд. Продолжаем. Я не смотрю аниме. Иностранный сериал, дай картинку. За 1000. Артур. Секс в большом городе. Нет. Нет? А что это за... Отчаянные домохозяйки. Да, Вась. Да, я не смотрю. Я тоже не смотрю. Что он тут? За 800 сериал. Костя. Это клиника? Да. Блин, я... Да. Сериал тоже, кстати, нормально. Костя. Артур первый нажал. Остаться в живых. Да. Lost. Okay. За 400. Ой, это ж я... Почему я налево посмотрю? Диман. Налево не знаю, кто это. Я не знаю, кто смотрит. Диман? Я не услышал ответ. Шерлок Холмс, да? Ну да, да. Да, если бы направо сразу посмотрел, я тоже посмотрел. Шерлок Холмс. Я налево посмотрел сначала. Известные лица за 400. Я не знаю, как его зовут. Ричард Хаммонд. Да, верно. Топ-гир. Я не знаю, как их всех там зовут, если честно. Ой, за 1000. Что это за лицо? Нет, Костя нажал. Да, нифига ты угадал. Я думал, это Эрик Кантона, блядь. Лицо за 800, Костя. Блин, ты тут. Да, верно. У тебя картинки, видимо, какие-то разные по этому, по свойству. Эти вот не грузятся, например. За 600. Костя. Принц Чарльз. Да. Костя пошел. За 200. И как зовут актера? Юрий Никулин. Да. Никулин. Все молодцы, прям все знают. Нажимается кнопка вообще. Просто, блядь. Саня мне замьючил, я просто сижу в минусе. Пошуми, Вась. Настоящий детектив. Я нажал, да господи, да блядь.
Вася, для Васи выберите, с кем пил Timbaland. Игры на ПК за 800. Что это за игры? Among Us. Как? Among Us. Да, я говорю шаман сначала, поэтому просил повторить. Among Us. Так, ну давай. С кем пил Timbaland за 600? One Republic. Да, да. Хорош. Не, песня пиздата, я послушал бы дальше. Зря так быстро ответил. Да, кстати, Димон, зря, мы лучше послушали. Не надо тогда было фальстарт, нет. За 1000 животные, что это? Ну, Димон выбрал, отвечай, как говорится. Я не знал, что здесь такая хуйня будет. Ну, а что вы хотели? А Вася? Ладно, дадим время на размышление. Вася, если ты не знаешь, что это не надо нажимать, ты просто в минус уходишь. А что, это не гупи? Нет. Петушок. Какой нахуй петушок, блядь? Это гупи, петушок по прозвищу, давай. Димон, за 400 игра. Блядь. Да. А сможешь часть назвать? Влад Мания. Да, даже так, хорош. Ох, ничего себе. Это что за человек вообще? Я говорю, я разбираюсь в разных сортах говна. Давай дальше, Диман. За 800. Офигенно. Это какие-то леопарды, вы понял? Сказка, пацаны. Сказка, пацаны. Леопардовые кошки. Диман. Сейчас. Есть... В ТикТоке же так писали. Это умная камера от Яндекс, да? Это активировать. Да, да. Это бенгальский, блядь. Да, да, кстати, по-моему, что-то такое. Нет. Манчкин, во. Нет. Блядь. Бенгальский. Нажми. Вася, ты не нажал. А у меня не нажимается. Да нет, ты смысл могу нажать. Да не нажимается у меня, блядь, я отвечаю нахуй. Скрин. А, Диман. Чего, блять? Не нажимай, не. Скрин, как я не могу нажать? Давай. На, блин, я могу просто... Нелли Фуртадо. Здесь правильно. Здесь Нелли Фуртадо. Вы вместе готовили, да? Да, и покушать вместе приготовили. Блять, даже сейчас. Да, сейчас. А кто еще там есть, помнишь? Какая-то негрша, я, наверное, не помню. Ну, я зачту одного я даже. Я могу сказать. Да, официант, блядь. Осуждаю за негр. Ну, а они, по факту, они же негржи. Ну. Ну, все равно осуждаем. Ну, а что это? За 600 играю. Снайпер-снайпер какой-то. Снайпер-снайпер. Call of Duty Modern Warfare. Да, это снайпер что-то там. А, нет. Ну, реально по графике. Человек задрот просто игр каких-то непонятных, блядь. Ты с ним рядом живешь, должен знать. Вот это Майнкрафт. Да я не вообще кто это, блядь. Посмотри, он меня включить не может. Тут нахуй он разогнал. Ебаный, блядь. Хорош, Диман, хорош. Да, Диман очень хорош. Третий раунд. Чё написано? Да это не важно. Вот это важно. Страна по кухне, где логика, персонажи, песни из чемпионата мира, чемпионата Европы. Вот это хорош, конечно. Школьная программа заебись. Футбольные трансформеры, Артур, как ты хотел. Вася, ты выбираешь. Прайм, ёптусь. Футбольные трансформеры. За 300. И чё надо? Ну, кто чё за игрок по этим трансферам? Футбольным. И кто из Барса в ответчика перешел? Диман. Я могу ответить. Диман отвечает. А я знаю. Суарес? Да. Это... Я... Одно только из четырех угадал, блядь. Здорово. Уже за 1500 сразу пошел. Ёб твою мать. Нихуя себе. Арсенал там был. Да, там чего только не было. Николя Нырка. Да. За 1200. О, пацаны, это я знаю. Рональдиньо. Да. Рональдиньо! Рональдо Диаз из Морейра. Хорош, выбирай. За 900. Вася. Бэкхэм? Да. Бэкхэм? Вася, у тебя нажалось. У него нажалось, пацаны. В этот раз нажалось, блядь.
Потому что никто больше не нажимал, наверное, да, ребят? Я просто не мог понять, кто в Galaxy перешел из сериала. Мэлан. Ёбаный рост, кто это? Я знаю, кто это. Диман. Да. Я нажал. Я хотел сказать. Диман, выбирай. Так, давайте школьная программа. За 900. Ой, поехали. Какая-нибудь... Как? Висектриса? Костя. Это средняя линия? Нет. Нет? Средняя линия. Ну да, средняя линия. Ну она средняя, но не настолько же. Она же по геометрически. Вот висектрис, реально. Да. Да? Ну, давай. Должен был Артур забирать. Откуда? Я же не знаю геометрию. Ну ты знал. Подсознание твое знало. Дима, десятку слабо забрать? Давай, полторашку сразу. Какое государство самое маленькое в мире? Костя. Это... Ну, если так, ну Монако, княжество, Черника. Я не знаю. Ответ? Ну, тогда Ватикан. Ватикан, я загадал. Почему ты не сказал свое княжество? Типа... Я постоянно жал Ватикан, сказал. А, блядь. Ну, за 300 школьной программы. Вторая мировая война началась, называйте день, месяц и год. Еще насчет дня это красиво. Можно год хотя бы, да? Ладно, проехали. Стыдно, пацаны, вот сейчас. Еще бы час написал. Вырежьте это. День недели. Ну, это... Вася, а песня с какого чемпионата мира или Европы? Не исполнитель нужен, а песня с какого чемпионата год мира? Год достаточно назвать? Да, год достаточно. 14-й? Нет, мимо. Мне кажется, 16-й. Тоже мимо. Сама, 18-й я, год. Я думаю, это 10-й, но я не буду отвечать. 18-й, Артур, мимо. Не буду отвечать. Ну, я не помню. Одна а мы уже не можем ответить, да, второй раз? Ну, уже все, да, у вас. Поезд ушел. 12-й год. 2012, да ну. А, блядь, точно. Ну, прикол. Польша, Украина? Вроде да, да. Давай я дальше. Помню. Персонажи, что за персонаж? Ну, типа, именно... Ой, блядь, как его зовут? Агент Кей. Да. Вот этот человек все знает. Он его знает. Бля. Он его имя знает. Там... Я знаю просто... Ты, Диман, больше головой не бейся. Свил Смит, он не снимался просто. Идеально. Песня. Вася. Ну, что, это Шакира? Ну, с какой... Да, год. Шакира? Блядь, это, по-моему... Каждый год? Наверное, 2010-й. Нет. Никто не угадал. Блин, в душе не будь честно. 14-й год. Какой нам в каждый год пишет? Ты нахуй. Ну давайте уж куда-то пошло. Где Софридуо с барабанами? Это же в Катаре, да? Нет, мне год нужен. Ну, я не помню, где это. А я не помню. Ну, Катар, это какой у нас был? 20... Последний, блядь. 22-й, получается. Нет? Ну, или 22-й, да. Просто как он считается. Не 22-й. Ну, 23-й же, получается. Вася. 2020-й. Да, верно. А. 20-й. А где Софридуо с барабанами СМС? Школьная программа. Самая длинная река в мире. Василий. Амазонка. Да. Василий на школьной программе может еще 600 поднять. Сколько пар хромосом включает геном человека? 23. Да, тоже верно.
Ебать, минус 1400, ебать, вообще. Сейчас такой прогорит еще. Короче, страна по кухне, это мое. Страна по кухне 1500. Нет, все, я вызываю. Вася. Нахуй. Да. На. Я чуть-чуть. Блядь, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Страна по кухне. Выберите сразу все страны по кухне. За 1200. Страна. Ой, это Том-Ям. Это Вьетнам. Нет, это не эта страна. Китай тогда, ёпт. Там не, подожди, ну это ж Том-Ям, реально. Диман, ну да. Том-Ям, а какая это страна? Это Тайвань. Нет. Ну, тайская еда. Я не сомневаюсь, что там это тоже готовят, но страна происхождения считается другой. Таиланд. Таиланд или Лаос? Блять. Сука. Вася, ты выбираешь дальше. За 900. Очень сложно, край. Очень сложно, ребят, очень. Вася. Беларусь, драник. Верно. Да. Давай, я сейчас в плюс выйду, давай. Давай. Ну-ка. Греческий салат. О, это было тяжело, да? Да, пиздец, я вообще в плюсе, я уже, посмотрите на меня, а теперь сразу, блядь, подороже. 1500 к делу. Название какого фильма здесь спрятано? Блин, нету. Дайте скрин, пока думают, ребята. Костя. Залечь на дно в брюге. Да, и ты угадал. Ну ладно, я сделал хотя бы что-то, что мог. 400 рублей. Вот сейчас еще страна по кухне будет, еще 300 поднимешь. Костя, ты выбираешь, да? Где логика за 1200? Что вот здесь общего вот в этих картинках, Костя? Это революция? Нет. А, ну... Нет, не революция, не... У меня нет картинки. Большевики пришли к власти. Большевики. У всех троих этих людей были псевдонимы. Ебать, вот это Санёк загнул. Ты, да, да. Это настоящий Кукерфиль. Костя убирает. Это другая тема, Диман. Это была не кухня, если что. За 900. Что здесь общего? Вот из этих четырех картинок. У Артура, может, ничего не грузит опять. Нет, это у меня появилось. То, что я вообще не знаю. Черный цвет, наверное. Нет, слово Роджер. На всех четырех картинках было связано слово Роджер. Там было объяснение в скобочках, почему. За минуту это невозможно понять, мне кажется. Это минута вообще? Вообще нет. А здесь что общего на этих картинках? Ну, типа, ой, крути барабан. Ну, в целом, да, значит, вот здесь барабан был загадан. За 300... Так, Марку это. Артур, что это? Здесь не снеговик? Да. Вот это да, ребят. И Артур выбирает дальше. Жестко. Так, персонаж за 1200. О, я выбрал вам, пацаны. Костя. Ай, как вы... Сейчас. Тройник. Тройник? Стивен Спилберг. Вот, да, нет, не так. Дайте тайгер. Картинку, пока не думают, кстати. Тайгер Вудс. Нет, скинь, не вспомню. Скинь скрин, Саня. Да, я не успею, Артур. Вася сейчас ответит. А нет, Диман. Я не буду отвечать, ты что? Ну, вообще это Брэд Питт, а так это Тайгер. Тафай? Да, все верно. Его там Брэд Питт. Залогу был уже за это время, ну, в принципе, можно за это время. И Диман выбирает дальше. Давайте по мазанчикам. 600. Не было такой хуйни. Вася. Это чемпионат мира в России 18. Все верно. А ну нахуй. Ебать, гусарь. Играл, блядь. Страна по кухне, 300 рублей, давай. Очень просто, Вася. Это болоньезе. А страна-то какая? Да, все, все верно. Мог просто катить там. Да. Песня еще за 300. 2010-й чемпионат мира. Вот, вот это реально 2010-й. Ну все, блядь, пошло. Все, пацаны, сидите тихо. Давай. За 900 персонаж. Кто такой? У меня нет картинки. Диман. Это Блейд. Да. Блэйд, я бы его угадал, я его знаю. Так, ничего. Персонаж за 600. Ну, этот. Джон Уик. Тоже верно. Ну, понятно, да, блядь? Да, понятно, кто смотрел. Вот это вот сложно, ребят.
Картинки нету, Костя еще нас не догнал. А что надо, как ее зовут? А, блядь? Ну да, что за персонаж? Ты понятно, что это сама, как ее зовут, блядь? Ну, Мика Адамс, по-моему. Блин, это знал. Девочка Уэнсдей. Сатурдей. Очень жаль, Санечек. Фёздей. Так. Сейчас, наверное, на паузу нажму. Смотрите, прогрузились у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вот этих тем. Вы сейчас по очереди какую-то, да, удаляете. Остается только одна. Вы играете ее одну. По сложности ничего вам не скажу, потому что они разные, какие-то легкие, какие-то сложные. И вы ставите сколько вот вас, ну, сколько хотите. Я футбольный саундтрек все оставим, вы такие, давай. Да, давай, пацаны. Все, короче, поехали. Кикайте. Российский налог удалите. Аналог. Почему налог-то? Аналог. Ну, я не знаю про налоги, думаю. Петя, следующий. Вась, удаляй, Вась. Да, Вась, удаляй. Блин, песня? Хорошая песня была. Ставить, да, я там думаю, что-то интересное было. Да, там было интересно. Российский аналог тоже ушел. Не скажу, я в следующую игру включу тогда уж. Пока тоже ушел. Как вы все хотите, этот футбольный сол... И его убрали. Семь чудес человека вы играете. А что за ставка? Мне, чтобы догнать, это надо вот сколько... Ой, надо, а что за ставка, блядь? Вы ставите вот из своих очков сколько вот, ну, да, можете. Но? Ну да. И это можете поднять столько. Многие не верят в ее существование, однако Кант считал, что с нее начинается любое человеческое знание. А еще говорят, что она подводит только тех, у кого она есть. Про что речь? Сколько времени? Ну там сверху таймер. А, я понял. Димон ответил, Вася ответил. Могут все ответить, я даже думаю, на этот вопрос. Блять, я не то нахуй написал, по-моему. А-а-а. Артур ответил. И Костя гуглит, походу. Ну тут чисто. Я хуйню написал. Костя ответил, все ответили. Так. Идем. По Артур ответил интуиция, и это правильно. Блин, я не догнал Петю, а сколько Петя поставил? Петя поставил душа. Это неправильный ответ. Что ты говоришь? Отставка какая? Ставка 9000. Вася ответил душа. Тоже вы как будто вместе отвечали. Нет, это неправильно. Не зря же вместе мы живем. И Костя ответил... Душа. Это тоже неправильно. Почему душа? А, понятно, кто выиграл, да? Я вообще-то не позже всех ответил. Туица, блядь. Артур выиграл. Просто у всех по-моему. Спасибо, пацаны, спасибо. Всех переиграл в концовке Артур. Чисто. А можно еще ответить? Вот? Половина картинок не было, ну ладно. Выиграл. Изи. А что надо нажимать?